Всем привет-привет, дорогие друзья, подписчики и гости этого канала, с вами по-прежнему Аракис, и это видео не будет посвящено каким-нибудь гайдам, новой рубрике и тому подобное. Если вы были на моем последнем стриме, а даже те, кто не были, я объясню сейчас вкратце. Те, кто были на стриме, мне не то чтобы предложили такую тему, просто напомнили о том, о чем я уже давно размышлял. Суть всего видео будет посвящена тому, что я лично для себя открываю какую-то вот новую страницу общения с подписчиками. С сегодняшнего дня у меня будет новая жизнь. Для вас это, конечно же, где-то будет плюсом, для кого-то минусом, хейтеры найдутся всегда. Что скажу изначально, чтобы никто мне не написал в комментарии, там, в личку и тому подобное, там, гневные сообщения и так далее. Мне это, во-первых, не нужно, и постарайтесь как-то отойти от этой темы. Да, скажу сразу, ничего не поменяется. То есть я как снимал видео, так и буду снимать. Я как делал рандомные гайды, так и буду их снимать, пока, не знаю, наверное, монстры не закончатся, а дальше я еще придумаю десяток новых рубрик, еще куча всего в голове есть. Дальше, я как отвечал подписчикам на сообщения ВКонтакте, так и буду отвечать, но единственное, сейчас уже очередь побольше, потому что подписчиков действительно больше, и люди, которые дружат с головой, они это должны осознавать, что я не могу ответить через одну секунду, как только человек написал мне сообщение. То есть ничего, по сути дела, в этом не изменится. Единственное, что я хотел бы добавить лично для себя, и в принципе для тех подписчиков, которые хотят узнать больше. Сразу уже скажу, мне не важно, сколько вам будет лет, 10, 20, 30, 40, 50, честно, абсолютно все равно. Главное, чтобы вы меня понимали, понимали мой язык и то, что я говорю по игре. Для себя и вообще для зрителей, которые хотят со мной пообщаться лично, я ввожу такую, ну что ли, ну это не рубрика назвать ее, то есть общение с Аракисом, то есть общение со мной, да, подписчика, который хотел бы узнать об игре больше и задать мне кучу личных вопросов в плане игры, то есть он не хотел бы задавать их, к примеру, в чате, там, не знаю, задавать их ВКонтакте, у него там сотни вопросов нагорело, и он просто хотел бы, допустим, со своего аккаунта сделать, ну, назовем так, конфетку, что ли, либо как-то реанимировать его, если он наделал кучу ошибок, да, и вообще узнать, что делать дальше, либо если вы новичок, для вас это тоже поможет. И вот кульминация всего того. То есть, если вы хотите, это, естественно, не бесплатно, к чему я и веду. Если вы хотите пообщаться со мной в скайпе, какой-то ставки, тарифа я вам здесь оглашать не буду. То есть, это все происходит в личке. И почему я об этом вообще заговорил? Потому что уже действительно за вот эти последние 2-3 дня у меня было несколько людей, которые, я очень надеюсь, остались довольны. Ну и я, как минимум, тоже. Да, я получил за это деньги, я помог людям, они остались довольны, они меня отблагодарили, я в плане этого как-то помог им в игре. Что они получили с этого? Они получили общение со мной в скайпе, от вас что требуется, если вы захотите что-то подобное со мной провести, то есть поговорить, от вас требуется скайп и хотя бы микрофон. Камера, честно, мне абсолютно не важна. Я могу включить камеру, если вы хотите меня видеть, могу и без камеры, все равно. Что еще мне нужно? Это, конечно же, ваш логин и пароль. Люди мне доверяют, и здесь кидалова никакого быть не может. После этого вы сразу меняете свой логин и пароль. Ну ладно, логин вы не, может, не поменяете, сделаете кучу привязок и тому подобное. То есть мне ваш аккаунт не нужен, и все это прекрасно знают. У меня 1900 уже, слава богу, подписчиков, и вижу, что люди мне все-таки доверяют. Как-то, знаете, репутация работает. Что еще хочу сказать по поводу всего этого? Всякие такие, так скажем, недоброжелатели, назовем так, школьники. И школьники, вы помните, это не возраст, а состояние души, которые скажут, ой, фу, там такие, знаете, были уже комментарии, Аракис, ты там продался, либо еще что-то и тому подобное. Народ, задумайтесь о том, я вот приведу простую, вот я сейчас там без какого-то агро и тому подобного. Взрослые люди, или вы вот, допустим, школьник, который захочет уверенно написать такой комментарий и тому подобное, потому что найдутся, я назову таких людей дебилами, которые, ну да, действительно, здесь я даже, прошу прощения, заметьте, не говорю. Найдутся такие люди, почему? Потому что они не понимают, что жизнь штука такая. Вы пойдете к адвокату, бесплатно вас никто консультировать не будет, согласны? К примеру, даже еще такая штука. Вы хотите открыть свой бизнес. Скорее всего, вы посовещаетесь с каким-нибудь человеком, то есть придете на консультацию, который вам все объяснит, все там законодательства, правила, что вам нужно купить, что не нужно купить, где нарушить, где не нарушать и тому подобное. За все эти консультации
консультации вы платите деньги. Едем дальше, самое простое. Психолог, врач, на наше время все они берут деньги. И к чему я веду? Да, то есть я как и говорил в начале видео, так и продолжу сейчас. Я не сказал, что не буду больше отвечать ВКонтакте на сообщения и тому подобное. То есть все останется в силе, всего лишь лично для себя и для вас. Конечно же, для меня это какая-то финансовая часть, потому что уж простите меня, я не лукавлю. Вы знаете, я очень искренний человек, и врать на камеру я не стану и вам в лицо, потому что я сейчас общаюсь вроде бы как с камерой, но на самом деле для меня как будто передо мной зал людей, перед которыми я вот просто, не знаю, рука на сердце держится, и я никаких текстов не готовлю, вы это прекрасно знаете. То есть говорю все, что у меня есть в голове. Я себе корону не поднимаю из-за этого, но это тоже достойно какого-то уважения, я так считаю. И это все-таки у меня не с рождения, я это нарабатывал каким-то своим опытом и общением. То есть к чему заключаю все это видео? То есть, если вы действительно хотите пообщаться со мной тет-а-тет в личке, я видео сразу говорю, я не снимаю видео, я не выкладываю потом это видео на YouTube и тому подобное. То есть, все общение, которое будет между нами, оно останется, ну, лично между нами. То есть, я никому не буду рассказывать, оно мне не нужно. То есть, я вас консультирую, я вам рассказываю, что вообще вкратце я делаю на вашем аккаунте и вообще могу делать. Ну, давайте перечислим. Я могу вам рассказать, какие здания качать, не качать, приоритет прокачки этих зданий. Так, сейчас посмотрим, что нам 3 средние, как раз мне средние нужны. Я могу рассказать вам приоритет, рассказать про каждое здание, какое здание качать, какое нет и тому подобное. Это насчет зданий, смотрите, это первая часть. Второе, к примеру, рассказать о плане вообще вашей раскачки, каких монстров качать, каких нет, потому что те люди, которые ко мне обратились, у них было больше там уже 50-60 монстров, и чуть бы не по каждому монстру я рассказал, то есть так, как будто вот отдельно по каждому монстру там вещал гайд какой-то. Действительно, люди, я думаю, много чего для себя открыли, и я очень надеюсь, что люди остались довольны, потому что, ну, я старался. Ну, я так думаю, что я старался, да. Поэтому что еще дальше? Что еще? В чем я могу помочь? Я могу рассказать, какой деф выставить, какой не выставлять, вообще стоит это делать, не стоит, ходить на арену, не ходить, кого лучше убивать, не убивать, ГВ, что делать там, что не делать там, стоит ли создавать гильдию или лучше пойти в другую гильдию. Вот, что еще? Самое главное, рассказать по поводу рун. Вот, руны — это самая большая проблема, наверное, у 9 из 10 человек. Неправильная установка рун. Вообще абсолютно какие-то жесткие билды, которые делают. К примеру, я не говорю, что это я либо видел у кого-то, либо вот недавно посмотрел. Там на Рину ставят Деспайр, там на Хлою ставят Деспайр, там на Верада, это ладно, было видео, поставили Рейдж, это вообще меня плющит. И таким людям, я любому человеку, в принципе, готов помочь. И да, это реклама, так скажем, ну, меня как консультанта, если в сумме сказать так. В принципе, так видео и называется. Поэтому, если у вас есть желание пообщаться со мной, я уверен, такие люди нашлись, и люди будут находиться, потому что немногие посмотрели мой стрим, и, возможно, для кого-то такое в мыслях промелькало, но, может, кто-то стеснялся спросить, задать вопрос и вообще предложить такой вариант. Почему бы нет? Опять же говорю, я не лукавлю, деньги нужны всем, и за такую консультацию тет-а-тет, то есть, что я вам расскажу абсолютно все про ваш аккаунт, если вы послушаете меня, и то, что все вам я посоветую, вы через месяц, два, там, три, и вообще в дальнейшем вы только будете вспоминать весь этот разговор и думать о том, что да, действительно, спасибо тому человеку, который мне все это помог сделать и где-то мои ошибки поправил. Потому что действительно, я до сих пор не буду называть их имена, но я благодарен двум людям, которые помогли в свое время мне. То есть я за счет них, ну как за счет них, то есть по их теории, практике, и я общался с ними в чате, я не смотрел их видео, ну как минимум они их не снимали, то есть я их просто внимательно слушал в чате, когда они мне что-то рассказывали, кого качать, не качать, то есть я это все впитывал как губка и принимал какие-то решения. Да, у меня были тоже свои какие-то ошибки, то есть каких-то монстров я там одного-двух, допустим, качнул неправильно, но каких-то глобальных ошибок я старался избегать. Почему? Потому что тактика, наверное, во всех играх рулит, и просто логическое мышление, а эти игры у меня даются налегке. Поэтому заключаю весь этот разговор и все остальное. Видео хоть и затянулось немножко, но я надеюсь, дал вам и какую-то часть полезной информации. Поэтому да, те, кто хотел бы пообщаться со мной тет-а-тет,
чтоб я помог вам с вашим аккаунтом, разобрал всех ваших монстров, отвечу по игре на любой вопрос. Ну, постараюсь ответить, но я не знаю. Очень хотел бы, чтобы вы меня даже поудивляли какими-то вопросами в этих общениях. Да, поэтому да, что требуется с вас, это, конечно же, Skype, это микрофон, желание поговорить, ну и лукавить опять же не буду, это, конечно же, деньги. Какая сумма, мы договоримся ВКонтакте. Сумма не огромная, сумма не копеечная. То есть, извините, за 5 рублей я с вами общаться не буду. Хотя я всегда говорю, что мне каждая копейка важна, но согласитесь, просто провести приоритет. Час потратить на человека за 5 рублей или просто потратить этот час на работу, на которой я могу дольше посидеть, либо на жену, которой я могу уделить время. Согласитесь, те, кто здраво мыслит головой и просто уже более-менее взрослый человек, и неважно, сколько вам лет, 15 либо 25, опять же, школьник, состояние души, вы понимаете. Те понимают, о чем я говорю. То есть ничего не поменяется, я лишь ввожу некую коррективу в общении с подписчиками. То есть те, кто хотел бы, можно даже назвать так, получить VIP какое-то общение со мной, да, без проблем, почему бы нет, жду вас в Скайпе, а точнее ВКонтакте, там мы договоримся. Всем спасибо за то, что вы прослушали, просмотрели, возможно, для кого-то это будет полезно. И те, кто хотел бы обратиться, все остается анонимом, поэтому если вы хотите обратиться, обращайтесь ко мне. И сразу же, что еще дополнительно скажу, да, опять же, лукавить не буду. Повторяю это в 10-й раз за это видео, что те люди, конечно же, которые мне помогают как-то и финансово, естественно, они от меня получают логично больше информации. Я как говорил в начале, так и говорю, это мое хобби. Но если твое хобби приносит тебе еще и какой-то доход, либо ты с этого хобби, я не знаю, можешь даже где-то, я не знаю, девушке что-то свои позволить и тому подобное. Вы знаете, я не пробухиваю эти деньги, я не собираю на какой-то наркоманский притон и тому подобное. То есть все деньги идут либо в улучшение этого же контента, либо на меня с моей женой. Поэтому я считаю это правильным и благим делом. И с другой стороны, если я могу помочь человеку, так еще и за это немного денег получить, почему бы нет? Что еще хочу добавить? Всегда найдутся школьники там и тому подобное, которые скажут, что ой, нет, как это так, за деньги, бла-бла-бла и все такое. Народ халявщик. Да, я тоже где-то люблю что-то получить на халяву. Но я также прекрасно понимаю простую такую поговорку: любой труд должен оплачиваться, правильно? Любая помощь для вас должна оплачиваться. Я совершенно бесплатно ответил уже, наверное, на миллионы вопросов ВКонтакте и ни у кого никогда не сказал никому там, дай мне за это там 50 рублей, либо 100 и тому подобное. То есть это делал всегда безвозмездно. Но опять же, если вы хотите получить полную консультацию в Скайпе, почему бы нет, жду вас там, поэтому обращайтесь. И всем спасибо, что смотрели это видео, что меня дослушали, прослушали и, возможно, узнали для себя что-то новое. Всем спасибо, смотрите мои стримы, добавляйтесь, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки моим видео. Если вам скучно, вы не знаете, что посмотреть, посмотрите мои старые видео. Да, может, они не настолько качественные, как теперь видео, то есть я учусь на своих ошибках, как-то развиваю свой контент, но все-таки задавать вопросы по поводу всяких ундин и тому подобное в личке, если вы можете эту информацию найти у меня же на Ютубе, ну, народ, не утруждайте меня и не задавайте действительно глупые вопросы, если ответ вы можете найти либо в Гугле, либо даже у меня на канале. Видео реально много, у меня уже 200, да, у меня 200 видео на Ютубе по поводу игры. Кто-то скажет, ого, так у тебя 200 видео, как найти? У меня все разложено по полочкам. И если вы будете смотреть по полочкам, все красиво. Нажимаете Arrakis Games, и у вас вылазят плейлисты. Нажмите на плейлист и найдите любой гайд. Вы сможете ответить сами себе на любой же вопрос. Кликнул на видео, посмотрел это видео, и все. Вот и все. И не нужно человека, так скажем, задалбывать, который пришел после работы, уставший, так еще и снимает 2 видео. Так что да, всем спасибо, всем удачи, жду вас на стримах. Пока-пока.